больше света. Правильное исполнение с неправильным духом может привести к замешательству. Это подобно вождению автомобиля по всем правилам и требованиям, но не на той стороне дороги. Бога не впечатляют и не обманывают человеческие фокусы. Он ищет сокрушенное и смиренное сердце. Псалом 50, 18-19 стихи. Библия обучает нас различать духов. Для этого требуется намного больше света в нашей собственной душе, нежели при простом подсчете и организации своих поделок. Пастор Маттиа.